Продолжаем выпуск. Самое высокое здание Саратова ввели в эксплуатацию. 40-этажный жилой дом на Предмостовой площади уже стал рекордсменом. Здание занимает 36-е место в России по высотности. Познакомиться с особенностями жилого дома удалось и нашей съемочной группе. Поздравим наш город бурными аплодисментами с этим историческим и знаковым событием. Один из уникальных инженерных проектов – высотка в центре Саратова сдана в эксплуатацию. Здание своего рода рекордсмен города. Строение возвышается на 40 этажей, 34 из которых – жилые. На них расположены 340 квартир различной квадратуры. Остальные этажи отданы под автостоянки, кафе, магазины, служебные и технические помещения. Одно из главных – сердце дома – газовая котельная. По словам специалистов, это строение по праву можно назвать умным домом. Этот объект индивидуален по своей конструктивной особенности, то есть по внешнему остеклению, по своим наполненности современнейшими системами жизнеобеспечения, пожаробезопасности. Одно из самых не уникальных, а особенностей, скажем так, что отличает от остальных высотных домов, это два пожарных резервуара на кровле дома по 100 кубических метров каждый. То есть, если в городской сети будет отсутствовать вода, если ее не будет хватать в городской сети, пожарные резервуары открываются, и на тушение пожара их будет достаточно там, по расчетам как минимум на 2-3 часа. На проектирование будущей высотки у специалистов ушло более 2 лет. Одним из ключевых в разработке стала именно пожарная безопасность. На последнем этаже здания построена площадка для эвакуации людей. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, жильцы верхних этажей дома будут эвакуированы вертолетно-транспортной кабиной. По словам специалистов, на протяжении всего времени строительства этой уникальной высотки городская администрация оказывала всевозможную помощь. Надо отдать должное и высокую благодарность, во-первых, городу, который нам реально очень хорошо помог с тем, чтобы сохранить темпы строительства, чтобы все необходимые коммуникации своевременно были подведены. Нужно дать должное и высокую благодарность нашему генподрядчику, который выполнил срок и строго с высоким качеством. В этом высотном доме продумано все до мелочей. Подземная парковка на 163 места. 4 высокоскоростных лифта грузоподъемностью 1000 килограммов способны за считанные секунды подняться на верхние этажи здания. Еще одна лифтовая кабина соединяет подземные этажи автостоянки и холл первого этажа. Но гордость строителей – витражные стекла высотки. Ими облицовано все здание. Такие строения, они, конечно, очень хорошо смотрятся в ансамбле. И это, в общем-то, одно из первых строений такого класса и такой высотности. И в перспективе, конечно же, здесь застраивать территорию ближайшую нужно, конечно, именно такими вот домами как раз и будет вот создаваться такой вот город нового поколения. Подрядчики отмечают, несмотря на высокую сметную стоимость высотки и уникальность объекта, цена за квадратный метр жилья в этом доме не будет превышать рыночные показатели по региону. Старт продаж намечен уже на январь 2016 года. Александр Старков, Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.